Смотри, раздевать любишь что-нибудь? Да. Что-нибудь такое раздеть очень люблю. А теперь она должна... Во, вышла, видишь? Да. И получается, одну часть, когда ты снимаешь, видишь, по ней это расползается. А нет, Гиря. Стой, не трогай. Вот, а внутри вторая штучка, как видишь? Как суши. Да. Да. Вот. Это суши! Так это и есть суши, да. А я догадалась первая. На. Вот только ее вот так вот треугольничком складываешь и жуешь. Это те же самые суши. Вкусно? Угу. Маме тоже понравилось. Это я месяцами ела. Чего? Месяцами сушу эту. Какую? Анигиру? Угу. Месяца. Каждый день. Они с разным вкусом бывают. У нас просто открылся магазинчик там. Вот, и в нем анигири разные. У тебя вон там падает. Падает. В машину. Накрошил он мне тут, да? А я потом выйду и стряхнусь. Ты аккуратно держи руками двумя. Вкусненько? Угу. Сытненько? Да. Как сушка? И тут даже какая-то начиночка есть. Конечно, есть. Разная начиночка. Ну ты кушай, кушай. Маме потом расскажешь, какая была вкусная. Или на улицу пойдем кушать. Тут будешь? Ну ладно, давай. Всем пока-пока. Вкусно? Скажи аригато. Аригато. Чипсы и шоколада. И еще с чем? С лимончиком. Ну нет, с апельсином вообще-то. Ну, ладно. Распаковка. Покажи нам свои чипсы. Я сейчас открою. Нет, ты сначала коробочку покажи. А, вот импортные, вот. Да? Да. Немецкие. Ага. Посмотри внимательно. Сделано в Германии. Посмотри внимательно. Сделано в Германии. Нет, там не так было. Там было... Обрати внимание. Сделано в Германии. А как открыть? Они заперты. Отпирай. О, все. Шершеля фам, да? Шершеля фам. Сюда будет складывать мусор. Тебе помочь? Нет. Вау. Вау. Они что, коричневые? По одному. Пожалуй. Рассыпешь. Обошла, обошла. Они прям в шоколаде. Картошка в шоколаде. Это просто шоколад. С хрустяшками. Шоколадные чипсы. Просто шоколад. Угу. Так, коробочка, я так понимаю, нам пригодится. Давай сюда мусор. Ты что, все съешь? Нет, тебе осталось. Мне не надо, я не люблю такое. Но с апельсинкой прикольные. Да. Шоколадки. Вкусно. Самое главное. Особенно с вот этим. Это вам не хухры-мухры, да? Да. Хухры-мухры перешушим. Это я закручивал. Видимо. Вообще-то я его уже открывала. Вкуснотища. Да? Угу. Хорошо, когда бабушки нету, да? Ешь, пей, что хочешь. Хочешь анигири ешь, хочешь шоколадные чипсы, да? Хочешь колу пей. Оставьте. Нравится? Угу. Угу. Музычку включить? Сиди. Да, музычку включить. Чтобы Миша Скинский не играл что, где, когда. Я говори пока. Все-таки жить не по понятиям, а по закону. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Я думаю, а как же такое понятие?